Всем привет. Ребята, мы в Геленджике, мы гуляем. Честно говоря, я не собиралась здесь записывать влог вообще. Но мы забрели в такой красивый район. Это просто что-то с чем-то. Тут такие красивые домики, южные сосны, вид на море. Я вам сейчас это все покажу. Просто будет нарезка под музыку. Мы позавтракали вкусно в модном, ну, таком кафе, где даже колораж. Короче, мы в шоке. Просто посмотрите. Тут прям плюс забрели в какой-то магазин для дома. В общем, я в восторге. Девчонки, всем большой привет! Сегодня 27 февраля. Я приболела, но я думаю, вы уже видите по голосу и, в принципе, уже в курсе, если вы подписаны в телеграм-канале на меня. Я собралась, мы позавтракали, и мы сейчас выдвигаемся гулять, потому что погода просто шикарная, там 16 градусов, там тепло, хорошо. Правда, под 16 градусов я взяла классные луки, свой новый пиджак, но я просто не могу себе позволить пойти в очень легкой одежде, поэтому я сейчас укуталась потеплее. Надела свою новую толстовочку, надену пальто. Вот, так что сейчас отправимся с вами гулять. Мы весь день как бы вчера лежали. Я отлеживалась, пила таблетки, лекарства. Покажу вам, наверное, отель сегодня. Сейчас пойдем в аптеку, купим мне для носа, для горла препараты какие-нибудь. И пойдем гулять. В номере сидеть не хочется, хотя самочувствие не очень. Температуры у меня нет, просто такая слабость и, ну, в общем, начало болезни. Короче, держала новые продукты под настроение, под день рождения. Впервые сегодня накрасила Зерборианом Биби, мне очень подошел. Прям идеально лег, хотя очень темно в ванной, я прям не понимала, подходит мне или нет. Как вы и советовали, не пальцем наносила, чтобы он не подстроился под цвет пальцев, поэтому жутко много съел спонж, но в любом случае. Вот, и накрасилась своей новой помадой Guerlain, такой нежный цветочный оттенок, вообще классный. Вот, и также новой тушью Dior, которую мне Саша купил, мне, кстати, очень понравилась. Очень классная. Так что вот так вот, и пойдемте с вами уже гулять. Да? В общем, в этом отеле есть зеркало в полный рост, вообще в кои-то веки. Поэтому показываю вам свой лук перед тем, как надену пальтишко. Вот такое вот. Решила сегодня выглядеть немного лучше, чем обычно, потому что болею и хочется, ну, хотя бы внешне чувствую себя хорошо. Вот моя новая кепка Tommy Hilfiger, свитшот. Блин, Саша мне его гладил, он все равно в каком-то свете выглядит, как будто он мятый, но он вообще супер выглаженный. Это свитшот Levi's. Вот, джинсы Stradivarius и мои казаки из H&M. Вот. Кстати, тут вот тапки лежат. Они такие мягкие, господи, лучшие тапки вообще отельные. Хочу их забрать домой. Я вам быстренько покажу отель. Вот там вот очень красивый вид на море.
Вот так вот только получается показать. Вот тут вот наш номер. Вот, собственно, сейчас пойдем к лифту. Очень красиво. Здесь очень тихо, спокойно. А еще у нас, ребят, в отеле бутик Меркьюри. Можно купить угло, можно купить дорогущую ювелирку, но пока магазинчик не для нас, да, Саш? Да. Через пару лет вернемся. Вот в ту сторону спа, очень красивый, но мы пока туда не ходили. И, собственно, пойдемте покажу лобби, но лобби на самом деле очень такой простенький. Тут даже можно купить наш императорский фарфор. Кстати, вот этот очень красивый цвет. Всех вижу в инстаграмах. Вот. Надеюсь, вас не раздражает мой гнуснявый голос. Вот наш отель, он раньше назывался Hyatt Regency, но его сейчас переименовали в Grand Karat. И тут идет стройка, прям, видимо, что-то строят красивое. Короче, погода просто обалденная, но я уже немножко... Ну, потею, но, блин, я так боялась замерзнуть. Саша в футболке и в куртке, ему жарко. Но когда дует ветер, прям нормально. Вот. Плюс 16. Я, блин, в пальто, в кофте в теплой. Но зато не заболею еще больше. Вот. Мне кажется, я бы замерзла в пиджаке и футболке. Пиджак-футболка, ну да, наверное. Я думала пойти в лонгсливе и в пальто, но у меня у лонгсливы ничего сверху горла нет, поэтому я решила так пойти. Ребята, мы гуляем и дошли до нашей любимой кафешки «Курортный роман». Мы в тот раз завтракали, там было безумно вкусно. Поэтому, когда переедем в другой отель, обязательно сюда съездим позавтракать. Вот. Но пока у нас в отеле шикарные завтраки, и не будем их разменивать на что-то другое. Здесь ветрено сейчас, как в Питере. Но я надеюсь, вы будете меня слышать. Хотела вам рассказать, что с утра были на завтраке. Ничего не снимала, он был просто шикарный. Выложила все фотографии в свой телеграм-канал. Поэтому, в принципе, уже показала, что там было. Так что ссылка на телеграм-канал будет в описании. Обязательно подписывайтесь. У нас там с вами обсуждение, идти нам сегодня с мужем спа или нет, с моим насморком и плохим самочувствием. Завтраки были шикарные, очень было много всего. Наверное, это самый лучший завтрак из всех отелей, где мы были, в России, там, за границей. Завтра день рождения, завтра хотели позавтракать в номере. Попросим, аж сервируют завтрак в номере, чтобы не ходить никуда. Как будто пока гуляю, чувствую себя даже лучше, когда лежу в кровати. Как будто организм такой, типа, пытается бодриться. Надеюсь, это мне не аукнется. Что он завтра такой, слышу, ну мы вчера гуляли, вот давайте отдохнем. Надо. Ну просто я обычно снимаю влог, и там все время ты. Я снимаю тебя и виды. А теперь наоборот. Это очень удобно.
Мы зашли случайно просто в какое-то безумно красивое место. Называется «Морской ресторан». На самом деле просто хотели попить чай горячего, потому что у меня начинает горло высыхать. Но здесь так красиво. Просто это, наверное, самый красивый ресторан за последнее время. Розовые диваны, просто безумная красота, какие-то колонны, фонтан. Я даже как-то немного грущу, что я не в чем-то праздничном. А Саша сейчас спросит, давай сюда придем как-нибудь, может, на ужин? В общем, просто потрясающе. Тут еще есть терраса, но очень мне понравился розовый диван, поэтому сейчас вам еще поснимаю красоту. Взяли черный чай с имбирем и медом. Саша говорит, давай кушать, но полвторого, я еще не голодная. Мы исследуем ресторан, и нам рассказали, что вот в том зале каминный зал, который постоянно функционирует, ну, то есть камин. Не вижу, что снимаю, если честно. У нас время обеда. Мы люди странные. Мы сначала сходили, попили чай с десертом, а потом пошли обедать. Мы зашли в Дельмар. Здесь очень красивое на набережной заведение, такое греческого стиля. Обязательно вам покажу. И мы каждый раз в Сочи приезжаем, смотрим на это место, но не заходим, потому что Дельмар, честно говоря, нам не очень заведение нравится у нас в Петербурге, но прям не наша, ну, так скажем, концепция. Вот. Мы вернулись с прогулки, и я вам сейчас покажу рум-тур, потому что у нас убрались. И, в общем, пойдемте, покажу вам номер. Вот так мы заходим. Очень большие, тяжелые двери. Здесь у нас сразу шкаф, тоже достаточно большой. Вот. Тут даже гладильная доска есть. В общем, тут все вещи. Мой пиджачок, который, я не знаю, когда выгуляю. Вот. Очень удобно, здесь очень много места. Тут у нас чемодан стоял, мы его сейчас туда закинули, чтобы вам показать шкаф. Тут зеркало, тут наша обувь стоит, клубника, которую мы сейчас купили. Вот, и пойдемте, как
Покажи вот тут просто, вот такой вот проход, большой коридор. То есть, как бы, тут много места, тут раздевайся и проходи как бы спокойно. Мне нравится, что разделено. Вот, а вот эта часть вообще самая крутая. Короче, здесь огромная крутая ванная, за ней сразу душевая кабина. И вот эти вот двери, они с двух сторон. Кстати, вот так. И можно закрыть с двух сторон и сделать себе прям отдельно ванную комнату. Можно не закрывать. Вот, очень прикольно. Вот здесь, соответственно, раковина, все такое. Вот, и здесь уже туалет внутри. Ну, то есть, прям интересное решение, мне нравится. Вот. Тут какие-то баночки интересные стояли, но при этом, я не знаю, такую фирму какой-то. Фармакопия, не знаю, итальянская вроде. Спальня тоже очень уютная. Я не знаю, почему положили на светильник мою футболку при уборке. Это как-то странно, согласись. Вот, собственно, очень даже просторно, уютно. У тебя, кстати, тумбочка чуть побольше. Вот. Здесь кофемашина, здесь внутри мини-бар. Очень такой, кстати, плотный. Мы туда засунули шампанское, которое нам папа подарил на день рождения. Мы его из Геленджика с собой везли. Тут также все для чая. Ой, кстати, а тут можно было в кровать поставить кожаные подносы. Что-то мы об этом не подумали. Давай достанем их. А, ну тут тоже какой-то вкусняшки, мини-бар. Вот, тут еще в номере лежит вот эта вот прелесть. Это огромное меню. Тут есть спа Султан на продуктах Султан де Саба. И я когда это увидела, собственно, это было решающим фактором, почему мы забронировали этот отель. У меня на день рождения на завтра запланирована была программа спа вот этого Султана де Саба. Я очень хотела, но есть ощущение, что я просто отменю, и мы вместо этого съездим в какой-нибудь ресторан за город, наверное, в этот Мамайкале. Потому что, ну, спа-программа, когда ты себя так себя чувствуешь, у меня еще завтра начинается мой цикл. Я думаю, я буду не в Минько. Я думаю, мы потратим просто впустую эти деньги. Поэтому, не знаю, скорее всего, отменим. Хотя я очень хотела в этот спа, потому что там фотографии просто. Я, наверное, вот здесь прикреплю фотографии, если я все-таки туда не пойду. Просто посмотрите на эти фотографии. Там просто шикарно. Тут такая зона. Вообще, это стояло вот здесь. Саша тут сидел, вот так разложившись. И у нас есть балкончик очень красивый. Там много, на самом деле, места. Но там сейчас очень шумно, потому что идет стройка вот там внутри. И вот. Ну, пойдем выйдем, покажем. Я не умею открывать. В общем, вот такой вот рум-тур, я надеюсь, вам понравился он. Нам очень нравится, очень симпатичный. Вот, еще у нас в отеле есть бассейн, который работает круглый год, он подогреваемый. Но я не знаю, пойдем мы туда или нет, потому что боюсь еще больше заболеть. Вот, но он тоже клевый, но я вам не могу его пока показать, он с другой стороны. Мы его сегодня проходили, видели. Все, надо полежать. Приезжают первые день рожденевские подарки. Сейчас курьер доставил мне вот такую посылочку от бренда Мелцкарта. Это наш российский бренд. Они делают сумки. Их как-то видела у Рогова. В общем, прислали они мне подарок. Сейчас будем с вами смотреть, открывать. В общем, не буду томить. Я выбрала себе черный шопер. Я его увидела на сайте. Сейчас открою. Просто поняла, что я... Ну, что мне он очень нужен. Мне давно нужен был шопер черный. Я часто писала и говорила, что у меня нет вообще никакого шопера, кроме тканевых. Я когда увидела у них на сайте этот шопер, я просто влюбилась, я поняла, что он мне нужен. Так что заказала именно его. Сейчас будем с вами его смотреть. Пахнет кожей, нереально вкусно. Короче, такой вот он мягенький. Сейчас первый раз его вместе с вами смотрю. Он вот такой мягкий, он выполнен из натуральной кожи, но самое крутое, что здесь внутри вот такой вот еще дополнительный чехол, карман. Внутри у шопера также есть отделение вот такое вот на замочке. В общем, вот такой классный, я полечу с ним домой. Я очень хотела, чтобы он приехал до нашего отъезда, чтобы полететь с ним в самолете, потому что мне реально некуда убирать свой ноутбук. Обязательно вам дальше во влогах покажу его. Очень хочу с ним луки какие-нибудь поделать. В общем, вот такая вот у меня новинка. Очень приятно. Классно. Я сейчас померила, как поместили туда ноутбук. Просто идеально. Полечу вот так обратно. Безумно рада, что у меня появился вот такой шопер. Просто обалденный. Мне нравится, что здесь логотип
Просто настолько аккуратный он, и настолько его незаметно, потому что я сейчас вот к логотипам очень осторожно отношусь. Мне нравится, когда практически ничего не видно на вещах. В таком случае они просто лучше с друг другом сочетаются, потому что логотипов нет. Ребят, я как бы уже чуть ли не в халате, поэтому я обязательно дальше во влогах вам его буду показывать, как он смотрится. Так что вот. На свой страх и риск я иду в спа. Мы в халатиках. Кстати, все обычно ходят в отеле в своих халатах и в тапочках, которые в номере. Но мы научены уже, мы как-то пошли в спа. В прошлом году был, кстати, влог на канале из спа «Царь» в Пушкине. Вот здесь сейчас выскочит подсказка, если что. И мы пошли в тапках махровых. Мы так с ними намучились, они размокли в этой зоне спа. Нам было скользко, очень страшно на них подскользнуться. Короче, ребят, не ходите в тапках отельных в спа. Ходите в сланцах, в своих резервах. Нам сказали, что все сауны Хабара, они раздельные, вот, и бассейн здесь только открытый на улице. Мы зачем-то пришли в тренажерку, Саш, нам вообще не сюда. Доброе утро. Сегодня день рождения. 8:30. Я уже поздравили. Последние 2 дня очень рано ложимся спать, около 10 вечера, потому что, ну, болезнь. Плюс у нас вчера был такой насыщенный день. Позавчера мы вообще приехали и долгий день мы вставали в 6 утра, поэтому ложимся в 10. Поэтому поздравили меня тоже рано. Я в 8:30 встала, уже не могла уснуть. Ночью у меня постоянно то жарко, то холодно, при этом температуры нет. Короче, Саша мне подарил Дайсон, но вы уже видели, наверное, кадр. Вот, и сейчас мы идем на завтрак. Я сейчас буду вам показывать завтрак. Постараюсь там поснимать, потому что он очень красивый. Здесь прикольно, что можно самому делать чай. Там имбирь, апельсин свежий, вот. И мы еще заказали 2 голландеза на тосте. У Саши был с беконом, у меня с форелью. Покажу вам зал. Очень симпатично здесь. Можно еще на террасе сидеть, но там сейчас прохладно, я болею, так что... В общем, продолжаю влог. Мы сходили на завтрак. Я потратила все свои силы, чтобы накраситься. И Саша говорит, что лучше не идти сейчас гулять, потому что он видит, что я себя плохо чувствую. Но мне пипец не хочется сидеть день рождения в номере. Мне болит спина почему-то. Вчера у меня было примерно такое же состояние. Мы вышли гулять, все было отлично. А сегодня я не чувствую из-за насморка еду. Поэтому Саша сейчас вышел в коридор звонить в ресторан. Мы его переносим на
три дня вперед, чтобы я точно поправилась и пошла в ресторан, а то тратить там деньги, ужинать в крутом ресторане и не чувствовать еду — это тупость. Поэтому сегодня без праздничного ужина. Не знаю, что я сегодня буду вообще есть до вечера, потому что у меня вообще аппетита никакого нет. Лежу, смотрю на шарики, но так не хочется лежать в номере в день рождения. Это вообще какой-то кошмар. Наверное, если бы не шарики, не сюрприз и не Дайсон, я бы уже расплакалась и лежала бы просто грустила очень сильно. А так вроде грущу, но уже приняла как будто тот факт, что я заболела, уже ничего не поменять, поэтому, наверное, буду лежать монтировать, потому что пока я в Сочи, должен выйти еще один влог. В общем, день рождения вот такой. Поздравляем вас с днем рождения, желаем всего самого-самого наилучшего от команды Гран. Все мечты сбываются, и все будет прекрасно. Меня поздравили еще от отеля. Такие вот шарики. Цветочки даже принесли. Мне, кстати, первый раз в отеле именно цветочки дали. Это обычно просто что-то сладенькое. Вот. И еще принесли такую вот красоту.